Ребята, всім привіт. Будь ласка, займайте свої місця. Ми готові починати через хвилину другу. Всім привіт. Що ж, ми тепер уже починаємо повноцінно. Перш ніж передати слово спікерам, я хочу зробити коротке вступне слово. Перш за все, дякую, що сьогодні завітали до нас. Бачу серед вас уже старі знайомі обличчя, і серед вас є також нові. Для всіх тих, хто у нас вперше, розкажу декілька слів про те, куди ви потрапили і що тут буває. Ми часто проводимо всякі мітапи і конференції на різні теми, включаючи як JavaScript, так дизайн, так штучний інтелект, машини навчання та багато іншого. Про що ви і проводимо їх в різних форматах, як в форматах мітапів, так і в форматах воркшопів, тренувань, невеличких конференцій. Тому, будь ласка, всі з вас, хто отримував листа з запрошенням на цей івент, там є силочки на наші соціальні медіа. Підписуйтеся, слідкуйте і приходьте. Завжди раді ділитися з вами інформацією і знаннями. Сьогодні ми говоримо про JavaScript і почнемо ми з Роми Сеніна, який нам буде розповідати про сервер архітектуру без сервера з темою докладу «Serverless Underhood». Вітаємо! Всем привет. Подождем слайды. Трохи. Давайте я пока задам вам чуть-чуть вопросов. Значит, кто уже знаком с темой доклада? Поднимите, пожалуйста, руку. О, пятюню. Окей, значит, понятно. Кто пишет бэкэнд, в том числе на работе или не очень? Понятно. Короче, сегодня я буду доклад рассказывать вот для вот этих вот людей. Да. Окей, значит, тема доклада называется «Serverless». Она переводится как «меньше сервера». Вот. Но расскажу также пару слов. Не расскажу. Так, пару слов о себе. Значит, меня зовут Рома. Я вот работаю в компании Keyword Hero. Вот, там мы делаем самые лучшие сервисы для поисковой оптимизации. Вот, и вот также у меня есть подпроект, где мы делаем самый лучший туринг для рекламы на Фейсбуке. Вот, и значит, вот это мои социальные сети, там Twitter, GitHub. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Это все. Значит, начинал я работать вообще верстальщиком. И прошел вот такой вот нелегкий путь до софтвер-инженера. Вот. Сейчас вот, вот эти вот три языка, они вот в моем стеке. Я пишу на JavaScript, на Elixir, чуть на Python. Вот. Ну, на самом деле, чуть-чуть на Elixir, немножко на Python и на JavaScript. Вот. Окей. Значит, ближе к делу. У нас есть, значит, очень много замечательных библиотек там, на бэкэнде, которые мы используем. Также очень много замечательных паттернов, которые мы там тоже по-всякому юзаем. И вообще все мы такие молодцы. Но есть очень важный вопрос. Вот, предположим, к нам приходит 1000 RPS. RPS — это request per second. Да, то есть, и вот как нам скейлить наши типа замечательные приложения, библиотеки, там паттерны, вот это все. Давайте посмотрим, как мы это делаем. Не в плане логики, а в плане, например, source control. Так,
нет, не source control. В общем, мы обычно, там, например, если мы хотим, мы не хотим заниматься там, мейнтенить базы данных, да, там или что-то такое, мы берем какие-то сторонние сервисы, которые это делают за нас, и просто работаем с какими-то интерфейсами, которые нам эти сервисы отдают. Да? Такие сервисы, они типа, называются something as a service, то есть что-то как сервис. Да? Самый популярный something as a service — это source control as a service. Ну, все же мы там знаем GitHub, да, там Bitbucket, там еще что-то, кто пользуется source-контролами, да, ну, уже больше людей, чем кто пишет бэкэнд, отлично. То есть, если вы там, я не знаю, держали или держите до сих пор source-контрол сервер в вашей инфраструктуре, то это, ну, я не знаю, в общем, это, я помню, на позапрошлой работе у нас был Mercurial сервер, и мы, короче, из-за этого очень страдали, потому что не было человека, который бы его поддерживал и так далее. Вот. И потом все перешли дружно на GitHub. То же самое с базами данных. Да? Там, например, если мы не хотим там, держать в своей инфраструктуре сервер с базой данных, там какой-нибудь типа Postgres или какой-нибудь MongoDB, мы используем, ну, типа мы типа юзаем MLAP, там, ну, в смысле, какие-то сторонние сервисы, которые нам дают интерфейсы к базе данных. Там MLAP, Amazon, Aurora. Вот. Кто юзает Database as a Service? Так, понятно, да. В общем. Окей. Значит, что-то сломалось опять. Ага. Вот. И окей. И в общем, таких something as a service очень много еще существует. Вот. И нас интересует вычисление без сервера в своей инфраструктуре. Да? И такой тип платформы называют function as a service. Вот. Провайдеров, это что-то верстка поплыла. Провайдеров function as a service, их очень много, там типа несколько, ну, десяток, наверное, точно есть. Я тут выбрал такие самые относительно популярные, там типа как вот AWS Lambda, Google Cloud Functions и еще какие-то ноунеймы. Значит, но мы будем рассматривать function, опять верстка поплыла, эта штука должна быть вот здесь вот посередине, так красивенько концентрована, ну ладно. Значит, мы будем рассматривать AWS Lambda как самый продвинутый, эффективный сервис, который предоставляет бессерверное вычисление, ну, возможность вычислений без сервера, да, serverless computations. Окей, значит, для того, чтобы нам вот это все понять, как оно работает, сначала создадим простую функцию. Это обычная JavaScript-функция, у которой есть, там, условно говоря, два обязательных условия. Первое условие — это то, что эта функция всегда принимает три аргумента — event, context и callback. И в конце, ну, и второе обязательное условие — то, что в конце ваших вычислений вы должны вызвать callback. Вот. Но это, на самом деле, не совсем актуальный пример. AWS Lambda поддерживают Node.js 8.10, и там уже есть async await. Вот, так что можно будет и без callback, например. Так, двигаемся дальше. Значит, рассмотрим, что из себя представляют все эти аргументы. Первый аргумент — это Lambda event. Первый аргумент представляет событие event провайдера, которое вызвало эту функцию. Да? Что такое event провайдер? Event провайдеры могут являться функции, сервисы, прошу прощения, сервисы, ну вот их тут 18 штук, 18 сервисов Амазона. То есть мы можем на любое событие, там, например, в Amazon S3. Кто знает, что такое Amazon S3? Слышал хотя бы? Вот больше рук, чем те, кто пишет бэкэнд, короче. Вот. Значит, например, у нас загружается файлик в Amazon S3. Да. Для тех, кто не знает, Amazon S3 — это такое файловое хранилище, типа там Dropbox, Google Drive и все такое. Только там с автоматическим масштабированием, там, например, вы загружаете 10 тысяч файлов, он их все примет, обработает и сохранит. И он более заточен там для, ну, там есть всякие SDK, то есть для разработки, например, там JavaScript, всякие питоновые и так далее. Вот. То есть, например, вы загружаете файл на Amazon S3, и можно на это событие, на создание файла повесить какое-то событие там, на лямбда-функциях, да, что, например, будет вызвана какая-то лямбда-функция.
на загрузку файла. Вот. И второй способ, и второй способ вызвать событие лямбды — это вызвать ее из SDK. Как я уже говорил, у Амазона есть SDK для кучи платформ. Там JavaScript, Python, .NET, я потом всех перечислю. Вот. И там, естественно, можно будет, с помощью SDK можно затриггерить вызов функции. Вот. Следующий аргумент — это лямбда-контекст. Лямбда-контекст в себе содержит какую-то метаинформацию об этой функции, там, сколько времени осталось до конца работы этой функции, лог-группу в CloudWatch. CloudWatch — это сервис, который там, я о нем попозже расскажу, но, в общем, CloudWatch в себе хранит все логи вашей функции. То есть то, что вы вызвали с помощью консоль лога, оно, в общем, все складывается в CloudWatch. Вот. Ну и там еще много всяких данных в себе хранит контекст, типа как имя функции, там, тип платформы, ID-шник запроса и, в общем, много всего. Вот. Теперь я хочу рассказать о том, как AWS лямбды скейлятся. Да, вот. То есть при использовании AWS лямбды вы получаете автоскейлинг из коробки. Рассмотрим пример. Значит, предположим, у нас один юзер, он делает запрос на какой-то, на AWS API Gateway и вызывается функция. Тут все просто. Один запрос, одна лямбда функция. Да? Но, предположим, к нам пришло не один юзер, а 1000. Вот, и они каждую секунду делают по запросу на API Gateway. И каждую секунду будет создаваться на каждый запрос по одной лямбда функции. Да? То есть у Амазона есть лимиты на регионы. То есть в одном регионе можно по умолчанию вызвать одновременно 1000 лямбда функций, но эти лимиты не постоянно, их типа можно увеличить, там, попросить увеличить. Вот. И значит, вот этот автоскейлинг, он работает для всех ивент-провайдеров. Да? Например, если точно так же 1000 юзеров загрузило файлы в S3, в Amazon S3 файловое хранилище, о котором я уже рассказывал, также будет на каждое событие вызвано соответствующее количество лямбда-функций. Создано, вызвано. Когда я говорю создано или вызвано, это одно и то же. Вот в контексте этого доклада. Окей. Значит, мы можем использовать лямбда-функции с оперативной памяти от 128 мегабайт до 3 гигабайт. Вот. Это тоже ограничение небольшое. Вот. И стоимость. Значит, в Амазоне все вычисления, они, стоимость всех вычислений выражается в гигабайтах-секундах. Что это значит? Что такое гигабайты-секунды? Гигабайты-секунды — это работа в течение одной секунды 1 гигабайта оперативной памяти. Вот. То есть там… И за 1 гигабайт в секунду на AWS лямбда мы будем платить вот столько. За 1 гигабит в секунду, да? То есть если мы хотим посчитать, сколько бы там будет стоить 128 мегабайт оперативной памяти, мы должны это число поделить на 10. Фу. Пока все понятно? Для тех, кто пишет там бэкэнд или на AWS сидит. Окей. Значит, плата взимается за каждые 100 миллисекунд, да, то есть, например, если там функция отработала там 256 миллисекунд, то стоимость будет округляться до 300 миллисекунд, значит, плата будет взиматься. Вот, разберем пример. У нас есть лямбда-функция, время работы которой длится 1 секунду. Так, что-то быстро бегу. Есть лямбда-функция, время вызова которой длится 1 секунду. Оперативная память этой лямбда-функции 1 гигабайт. И у нас 20 тысяч вызовов произошло, там, например, в течение месяца. Да? То есть типа раз в месяц Amazon снимает плату за все. И вот, предположим, типа за месяц у нас произошло 20 тысяч вызовов. Вот, значит, мы заплатим вот столько. То есть 1 гигабит в секунду. Стоимость 1 гигабит в секунду мы умножаем на 20 тысяч. Мы заплатим за 20 тысяч вызовов 33 цента и там,
какие-то еще копеечки. Ну, в общем, 3-4 цента, короче говоря. Да? Вот. Но Amazon, у Amazon также есть Free Tier, это типа уровень бесплатного использования. Вы можете бесплатно использовать 400 тысяч гигабайт в секунд в месяц. Вот. Это, эти гигабиты в секунд хватит на работу одной лямбда функции в течение одного месяца с оперативной памятью 128 мегабайт. Вот. Окей. Стоимость там будет эквивалентна что-то около 5 долларов. Значит, лямбда функции поддерживают следующие платформы. Node.js, Go, .NET, Java и Python. Обновление платформ происходит раз в год. То есть там, условно говоря, в прошлом году нативная платформа Node.js была там версия 6.10, сейчас 8.10. Вот, в следующем году они еще обновят. И также с каждым годом, ну, или да, если не ошибаюсь, кажется, в раз в год они увеличивают лимит оперативной памяти там у лямбда функции. То есть, например, год назад было 1,5 гигабайта, а сейчас уже 3 оперативной памяти. Ну, максимум, который можно использовать. Также из коробки мы получаем CloudWatch. CloudWatch — это также сервис Амазона. Значит, это лог-сервис. То есть, как я уже говорил, все, весь output лямбда функции нужно куда-то складывать. Вот. И в данном случае это все идет в лог-сервис CloudWatch. Вот. Также мы получаем в CloudWatch метрики функций. Ну, что такое метрики? Метрики — это, например, сколько времени там работала какая-нибудь лямбда функция, сколько раз она вызывалась, там, сколько памяти она съела за все время, там, за какие-то промежутки. В общем, типа в этот метрик сервис можно делать запросы там, по времени и какие-то красивые графики рисовать для визуализации. Вот. И кастомные алерты. Что такое алерты? Алерты — это, например, вы создали алерт на лог «Привет, мир» на количество 10. Когда 10 раз лямбда функция выведет «Привет, мир», сработает алерт. Вот. И на вот этот алерт можно повесить любое событие. Там, например, отправить письмо, email, там, или, там, я не знаю, что-то еще сделать интересное. Вот, то есть оно все очень интегрируется с другими Amazon сервисами, которые там уже показывал раньше. Окей, вот у нас есть функция. Мы разобрались, значит, в ее ограничениях, в том, как она работает, что мы можем там, условно говоря, с ней сделать. Как эту лямбда функцию нам задеплоить? Для деплоя у нас есть несколько инструментов. Первый инструмент — это CloudFormation. Это базовый инструмент, который позволяет, поставляется также с платформой Amazon Web Services. В общем, это очень интересная штука. CloudFormation — это Infrastructure as a Code. То есть вы пишете код, который, ну, конфиг, который потом трансформируется в вашу инфраструктуру. Как это выглядит? Ну, как я уже сказал, мы там пишем какой-то конфиг на ноутбуке. Файлик. Обычно это YAML или JSON, или там, ну, YAML или JSON, все. Потом мы загружаем этот, эту конфигурацию, этот конфиг в S3 и говорим сервису. То есть мы это можем делать либо через какие-то CLI утилиты, либо через веб-консоль. У OVS есть веб-консоль, и там практически все, все можно сделать, о чем вот я сегодня рассказываю, там, создать лямбда-функцию, создать CloudFormation Stack и так далее. Вот. И значит, этот сервис берет этот конфиг, который мы там написали в первом шаге, и создает из него сущность AWS. Там, например, вы указали, что вам нужен там S3 bucket, он его создаст. То есть вам ничего делать самому не нужно, только описывать то, что необходимо в вашей инфраструктуре. Вот. CloudFormation Stack — это ну, стек вашей инфраструктуры, то, что в нее входит. Вот. Пример этого конфига CloudFormation. Значит, у нас есть ключевой рутовый ключ ресурсов, который в себе содержит список ресурсов внезапно, которые там, нам нужны. Да? В данном случае это S3 bucket и EC2 instance. EC2 instance — это просто сервер, короче. Ну, типа сервер. Вот.
Значит, каждый ресурс, у него есть два обязательных поля. Это тип type и properties. Type указывает, ну, type в себе содержит значение типа ресурса. Ну, там, AWS S3 баки, да, вот есть типа namespace у каждого типа. И properties. Properties — это опции, которые мы передаем в эту сущность. Да? То есть, например, в случае с S3 бакетом это, извините, это в случае с S3 бакетом. Так, S3 bucket — это, короче, типа, я вот так рассказываю про S3 bucket, и я забыл рассказать, что это такое. S3 bucket — это типа как папка в S3, ну, типа как папка в Google Drive или Dropbox, ну, очень упрощенно говоря. Вот. То есть это понятно, да? Вот, окей. Значит, да, и вот в данном случае мы указываем AWS S3 bucket и можем задать ему какое-то уникальное имя. Вот в случае с EC2 instance, с сервером, да, мы тут какие-то команды можем передать, которые должны выполниться при создании этого инстанса, сервера. Окей. Следующий способ загрузить, задеплоить нашу AWS Lambda функцию — это SAM, Serverless Application Model. Serverless Application Model — это абстракция над CloudFormation, вот, над предыдущим инструментом, о котором я рассказывал. В стек вопрос. Кто знает, что такое макросы? Макросы. Окей. Значит, для чего, ну, почему я это спросил? В SAM мы, у нас тут появляется дополнительный тип, тип AWS ресурса, это AWS Serverless Function. Вот. И он разворачивается, ну, то есть вот тут вот эти два поля, AWS Template Format Version и Transform, они указывают, из какой версии Cloud Formation конфига в какое нам нужно это все типа раскрыть. То есть и в, данном в данной конфигурации у нас указан AWS Serverless Function, который потом раскроется в Lambda функцию, в CloudWatch группу, в CloudWatch Stream, ну и вот это все, да, то есть такой типа, ну, типа макрос. Вот. Значит, в SAM мы можем указать путь к обработчику, runtime, ну, то есть на какой платформе выполняется оно все, там Node.js, Python, whatever. И можем подписать вот этот, вот эту функцию на какие-то ивенты. Да, в данном случае мы подписываем эту лямбда функцию на AWS Dynamo Table Stream. Кто знает, что такое Dynamo Table? Ну, я знаю, что мало кто. Окей. Да. Значит, есть еще Terraform IO. Вообще это не совсем про serverless. Но это очень крутая штука, и вот если даже вам AWS лямбды не подойдут там, по вашим задачам, очень советую на эту штуку обратить внимание. Это типа такой фреймворк, который может работать со многими платформами, в том числе и с AWS. И там конфиг Terraform, он тоже такой менее многословный. Но это не важно, в общем. Вот. И самый оптимальный, самый эффективный, простой способ задеплоить нашу лямбда функцию на AWS — это serverless framework. Конфигурация serverless framework, которую мы описываем для деплоя, она выглядит еще проще и ну, типа менее многословной. Значит, нам нужно минимально необходимые свойства, которые нам нужно указать, это имя провайдера и платформу. Да, то есть мы этот фреймворк, он типа может, ну, он типа также работает с несколькими платформами, там Google Cloud Functions, Kubeless и так далее. В общем, все вот эти типа логотипы, которые там я показывал, провайдеров, они все поддерживаются этим фреймворком. Значит, нам нужно в конфигурации указать имя провайдера, платформу и описать функции.
Вот, и тут мы описываем, значит, только хендлер, путь к обработчику и ивенты. Вот, и чем отличается этот фреймворк от предыдущих инструментов, которые, ну, о которых я уже успел рассказать, то, что если ивент-провайдера нету в стеке AWS, он его создаст. То есть там не нужно отдельно создавать какие-то типа динамо-таблицы или что-то еще. Вот в данном случае мы описали, что на… В данном случае мы писали, что на put/user метод post на API Gateway, вот HTTP — это event provider API Gateway, на запрос… Блин, я уже заговариваться начинаю. Извините. Значит, в общем, если произойдет запрос на путь user с методом post на API Gateway, то вызовется вот эта вот функция. Вот. И, соответственно, если этого API Gateway сущности нету в стеке, этот фреймворк, он ее создаст. Окей, также из коробки с этим фреймворком, значит, я уже рассказал про pretty syntax of config. Ну, то есть нам не нужно описывать прям все, какие-то вещи определены по умолчанию, и это экономит много времени и сил. Также про вот то, что фреймворк создает триггеры событий, это тоже я уже рассказал. Также, если нам нужно описать какие-то сущности AWS, также этот фреймворк позволяет описать это с помощью CloudFormation. Фреймворк имеет систему плагинов, очень efficient, в общем, очень интересно. Давайте так это переведем. Типа очень… Да, и также с фреймворком вы получаете великолепный CLI tool. CLI — это command line interface. Вот. Ну, там вы когда пишете там webpack в консоли, это вот CLI tool. Вот, хоть что-то про фронтенд расскажу. Окей. Про плагины, значит, плагинов несколько десятков написано уже, ну, те, которые есть на официальной страничке плагинов, их не один десяток уже, и я вот выписал, например, два тут, это Webpack, то есть мы можем типа сособирать наши функции с Webpack, там использовать всякие лоадеры и прочие штуки, и там TypeScript, например, мы можем писать наши функции на TypeScript. Вот. Список всех плагинов можно найти по этой ссылке. Двигаемся дальше. Deploy pipeline. Блин, что-то прям вообще быстро рассказал. Deploy pipeline, значит, это очень упрощенная версия. Фреймворк берет нашу функцию, прокидывает через плагины. Там он как-то трансформируется, меняется. Потом все это загружается. Потом все это загружается на S3-бакет. Если S3-бакета нету, фреймворк его создаст. И потом создается стек в CloudFormation. И после этого, ну и все. И после этого, значит, наша функция уже доступна к использованию. Также мы можем при деплое указывать stage. Stage — это что-то типа environment. То есть там, например, dev environment, production environment. Да? Вот, это все очень просто. Так, это значит ссылки, ссылка на фреймворк, ссылка на сервер лес на Амазоне на страничку на SEM и ссылка на Terraform.io. Вот. Demo time. Hey. Если у вас есть какие-то вопросы, вдруг они могли появиться. Да. Спасибо за доклад. У меня три вопроса возникло. Первый по поводу оплаты. Оплата идет только за оперативную память, не за процессорное время? Она идет и за то, и за то. То есть гигабиты секунды — это время работы 1 гигабайта оперативной памяти 1 секунду. То есть, например, если сейчас… Я там еще демки буду показывать. Так. То есть пример, значит, у нас есть лямбда-функция, которая работает 1 секунду, ее оперативная память 1 гигабайт.
Вот. Но параллельно мы заплатим вот столько. То есть параллельно мы грузим процессор, и оплата еще идет и за процессорное время. Ну, правильно? Она идет только за процессорное время. Вот. То есть ни за что другое больше не будет. Да. Ну, то есть, как бы, да, я понял. Штука в том, что мы не платим за то, что мы не используем. То есть, например, у нас один запрос произошел, да, он отработал одну секунду, и все, и больше никто не делал запросы на эту лямбда-функцию. Мы заплатим только за эту секунду. Угу. Вот. Вопрос второй по поводу ограничения V8 на объем оперативной памяти в 1 гигабайт. Amazon его обходит или просто для Node.js идет использование до гигабайта? Ну, они это кастомизируют. Там вообще такая штука интересная у них. Если я не ошибаюсь, то вот эти все лямбда-функции, они запускаются на серверах без overhead операционной системы. Вот. И типа, и, наверное, да, они как-то убрали это ограничение в 1 гигабайт. Ну, то есть там же мы, когда типа запускаем Node.js процесс, мы можем указать лимит оперативной памяти через аргумент. Вот, типа, ничего сложного. И третий вопрос по первому подъему. Насколько быстро, долго осуществляется? То есть если у нас, например, идет не постоянная нагрузка, да, пиковые, да, скачки. Да, cold start. Там давайте добавим 100 миллисекунд там, дополнительных, например. Mm-hmm. То есть вот 1/10 от этой суммы будет там взиматься за cold start. Вот. Ну, если функция вызывается регулярно, да, то cold start происходит один раз, вот, там, условно говоря, в самом начале. Вот. Ну, и они там какое-то время еще образ функции хранят, но я не могу ответить точно сколько. Ну, насколько я слышал, 5 минут они хранят образ, но вот именно запуск холодный старт, он происходит там практически… Ну, пускай будет 5 минут, да, я точно не знаю. Ну, то есть именно время старта интересует? До... То есть время запуска там до 100 миллисекунд. Она там типа запускается без всякого оверхеда и там типа очень дешевый старт. Понял, спасибо большое. Да, спасибо и вам. Ну, у меня таких, наверное, будет два вопроса. Значит, первый вопрос, может быть, я это пропустил. Кто во всей этой движухе отвечает за аутентификацию пользователя? То есть за определение… Я об этом не рассказывал, но, в общем, в основном, ну, вот, например, мы используем типа ключик, ну, их там три, условно, два ключика, access key и secret, короче говоря. Вот, и по этим ключам происходит… Я, кстати, могу рассказать интересную историю. Вот этот доклад, да, вот, я сейчас расскажу отличную историю про ключи, но только отвечу на второй вопрос. Хорошо. Да. Второй вопрос, получается, наш процесс, да, ну, наша функция, она стартует этот процесс, и получается, он на каждом запросе, он стартует, и он умирает, да, как это происходит, ну, типа того, как да, это да. происходит с PHP, ну, как это происходит с CGI, наверное. Ну, предположим, да. Да. Вот, то есть получается, каждый раз при вызове функции, да, если у меня там какое-то объемное приложение, объемная функция, то все вот эти вот там наши там модели, все это там, да, метапрограммирование, все будет выполняться. Да. Ну, как бы, извините, можно что-то там оптимизировать, там, например, с трешейкингом, да, там пропустить код через веб-пак, не добавлять в бандл неиспользуемые куски кода, да, там. То есть у нас, вот, например, на Keyword Hero, у нас до того, как мы это все переписали на монолитное большое приложение, у нас, в общем, некоторая логика, она работала на функциях. У нас там несколько сотен миллионов секунд в месяц выходило, типа работы. Вот, там, если не больше. И значит, когда я пришел, все это было очень неоптимизировано, там прям было. В общем, много всяких репозиториев, которые как-то деплоились, и внутри это все работало. Вот. Потом это все перенес в serverless framework. То есть там уже не… В общем, там типа можно добавить, ну, какие-то вещи игнорировать, там, условно говоря, типа node modules и так далее, да, которые там тоже могут тянуться. Вот. Ну и потом всякие оптимизации с плагинами, они там тоже нам позволили очень сильно оптимизировать вот эти все вычисления. То есть у нас, условно говоря, была одна кодовая база, она была очень большая, вот, но сами лямбда-функции, они там занимали там, ну, их в плане объем дискового пространства там до 3 мегабайта, это типа вообще
фигня, короче. Вот. А было там что-то под двадцатку. Вот. Ну, то есть 20 мегабайт кодовой базы, которая загружается в оперативную память. Вот. Если это все, я расскажу историю. В общем, про ключи. Доступ ко всем сервисам Amazon, он происходит через ключи. Вот. И у меня вот этот доклад я рассказываю второй раз, и у меня с ним, в общем, произошел очень такой неприятный казус. Первый раз, когда я его, в общем, типа рассказывал, мне пришла идея в голову демку написать. Вот, и пришло это там за несколько часов до доклада, условно говоря. Я очень торопился. И, ну, в общем, я хотел код этой демки выложить на GitHub. И так получилось, что Gitignore, который я создал на GitHub, он потер мой локальный. И вот эти вот ключи, они у меня были там рутовые, да, то есть типа рутовый доступ ко всем сервисам Amazon, он ушел на GitHub. Я этому не придал особого значения, там рассказал доклад и все. Но через пару дней, когда я уже типа зашел в консоль AWS, я там увидел счет на 7000 долларов. Вот. Я, короче, немножко офигел. Оказалось, что есть там какие-то злые ребята, которые там, наверное, майнят биткоины. Вот. Ну, то есть они парсят GitHub на типа наличие этих ключей и, видимо, биткоины майнят, потому что у меня там было создано в каждом AWS-регионе по 20 инстансов, по 20 EC2 инстансов, которые, в общем, были такие топовые прям. Вот. И в общем, это, да, это было очень весело. Да, и при этом, кстати, Amazon, он мне эти деньги списал. У них там это как отдельный тип unauthorized access. Вот. В общем, да, с ключами вот такая история забавная. Это, да, это самый дорогой доклад, в общем, который я делал на 7000 долларов. Да. А? Не, у меня ничего не списалось. Откуда у меня на карте 7000 долларов? Ну, то есть это как бы типа был счет, который они, типа, ну, то есть у них типа раз в день на AWS обновляется биллинг раздел, где показано там сколько, ну типа на сколько денег вы наиспользовали ресурсов, короче. Вот, я вот типа зашел, там было 7000 баксов, да. А подскажите, пожалуйста, есть какие-то сервисы, которые позволяют работать с старой доброй SQL базой данных? Ну, на Амазоне есть сервисы, которые предоставляют там MySQL, Postgres, совместимые базы данных. То есть можно к ним обращаться на языке Postgres или MySQL. Вот. И, соответственно, есть интеграция с лямбдами. Вот. Да. Это входит в DynamoDB или это что-то отдельное? Не, DynamoDB это не то. У них. Сейчас, если Дима мне расширит экран, я могу показать. Дима, пошарь, пожалуйста, экран. Да, ну, в общем, я на самом деле не пользуюсь базами данных Амазона, потому что они очень хитрые. Типа нужно эти данные, которые вы там храните, еще где-то кешировать и читать из кэша, потому что стоимость амазоновских баз данных, ну, чтение там записи, да, то есть если вы часто читаете или часто пишете, то это, в общем, может стоить очень дорого. Сейчас Amazon SQL Databases. Рома, ты сразу показываешь, еще пытание? Хорошо. Можно вопросы пока? Я сейчас пока покажу эти базы, SQL базы данных Амазона. Да. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Поскольку это все ранится не на наших серверах, что насчет аптайма? Аптайма, типа сколько времени доступен вот этот весь AWS? Да, то есть если он недоступен, то сколько это примерно времени? Я сейчас расскажу. Как на это можно надеяться? Он, ну, типа Amazon гарантирует, что аптайм там 99,9 там в периоде процентов. Это, в общем, означает, что несколько часов в год Amazon может быть недоступен. И это типа окей. Вот. Ну, вот как это было, я не помню, в прошлом или позапрошлом году, там что-то случилось у них в дата-центре, и они были типа недоступны там какое-то время. Ну, то есть это прям форс-мажорный случай, там подключались дата-центры там у Facebook, еще там у кого-то. Вот. И вот это время, пока они были недоступны, это как раз оно уложилось в… дата-центры на побережье в Штатах. Вот.
И вот это время, которое они были там недоступны, оно как раз уложилось в, ну, вот в этот вот там 0,01%. При этом у Амазона есть там что-то около десятка регионов, то есть один регион — это, условно говоря, там группа дата-центров. И, например, если один дата-центр, один типа регион упал, то можно передеплоиться в другой, там, например. То есть я вот, например, у меня тестовый стейдж, он на, там, где-то на западном, ну, типа на западном побережье, вот, в Штатах, а прод у нас в Европе находится, потому что у нас кастомеры из Европы и типа ближе, короче. То есть, если регионально перестал работать, то нужно самому на другой регион настроиться, ну, они не перекидывают. Можно передеплоить. Ну, вот с фреймворком, например, вот, про который я рассказывал, это всего один аргумент в CLI, да, типа там типа SLS deploy минус-минус регион такой-то. Вот, то есть это прям очень дешево. Окей, спасибо. Да. По поводу баз данных, вот тут, значит, Amazon Relational Databases, это вот Aurora, MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle, MariaDB и так далее. То есть, вот. Но и стоит быть осторожным с тем, как вот вы их используете, потому что можно, это может вылететь в копеечку. Да. Можно еще вопрос? Спасибо за доклад. Да. А вот реальные приложения, как оценить, сколько будет стоить? Ну, то есть там какое-то у тебя приложение, там на ноде написано, грубо говоря. То есть вот, ну, вот секунда, она ни о чем не говорит. Ну, то есть, ну, без понятия, сколько оно будет там выполняться. То есть, грубо говоря, до начала старта, вот если есть какое-то там, ну, представление, ну, то есть о чем-то production ready, как оценить, сколько оно будет есть ресурсов? Ну, значит, первый момент, там, например, если мы заранее знаем время работы, там, да, условно говоря, и так далее, мы можем воспользоваться амазоновским. Ну, есть очень много инструментов, которые позволяют это просчитать. Вот, то есть, ну, но это при условии, что нам типа заранее известно, сколько времени, там, сколько у нас будет запросов, сколько времени, все такое, да. Вот. Ну, условно говоря, там мы берем вот этот самый, там, вот эту самую функцию, да, и запускаем через ноду, локально ограничивая память, там, доставы, да, там, там. Скажем так, у лямбд есть там ограничения, да, то есть если у нас типа, если у нас там, например, кодовая база больше n мегабайт, я не помню сколько, кажется, там около 60 или… В общем, если архив, который мы загружаем для исполнения в лямбда функции, там больше 60 мегабайт, то это типа не ок для лямбды. Да, там, если у нас оперативная память кушает больше, чем там, 3 гигабайта, то мы уже не можем там, это использовать, да, например, на VS-лямбдах. Вот. Ну и вот так вот. То есть. Ну, я не знаю, хочу сделать. Вот мне нужно посчитать, сколько будет его разместить на лямбде. Делать его мне на этих функциях или его, блин, делать какой-то свой сервер. Ну, можно же оценить, типа, как там сколько функций там будет, типа, работать, ну, приблизительно там с погрешностью. Вот я не до конца понимаю, чисто технически, если честно, как это оценить. Вот. Ну, мы берем код, который мы хотим запустить в лямбда функцию. То есть это, ну. Ну, он же для этого должен быть написан, понимаешь, в чем проблема. Ну, то есть. А. Так. Ну, грубо говоря, вот там, не знаю, есть AWS лямбда. Я, к примеру, там возьмем, там, не знаю, API Gateway. Ну, я могу объяснить, да. Сейчас. Вот, например, у нас есть экспресс-сервер, да, какой-нибудь, типа, да. Node.js сервер, да. У нас есть там, ну, экспресс есть там раут, условно говоря, с которого мы там забираем какие-то параметры, аргументы, body, еще что-то, и передаем в некую функцию, да. Вот нам не нужно, ну, то есть, и вот это, не, ну, типа, некая функция, она, типа, не завязана на… ну там, условно говоря, на работе экспресса, она вообще там отдельно как-то построена, например, да. Вот, и точно так же с AWS лямбдой, да, у нас как бы есть типа некоторый враппер, который принимает события от event провайдеров, да, там S3, там чего-то еще и так далее, там API Gateway, вот, и он передает вот эти вот самые аргументы в некоторую функцию, которая выполняет основную бизнес-логику. Вот, и, соответственно, нам нужно заэстимейтить, сколько там времени, там, сколько ресурсов будет потреблять функция, которая делает непосредственно, ну, типа, непосредственно бизнес-логику. Все. И потом уже, если, например, как вы, например, сказали, что
мы не попадаем под эти ограничения лямбды, мы типа эту самую бизнес-логику используем там в монолитном приложении. Да? Например, если мы, ну, мы попадаем под эти ограничения, то мы используем там VS лямбды и так далее. Или все равно не ответил? Ну, на практике сложно понять. Ну, как я сейчас, вот, сейчас, в общем, я еще буду показывать демо. После этого я могу показать код, и я думаю, что все вопросы отпадут. Понял, спасибо. Вот, окей. Есть еще вопросы? Давайте я еще покажу демо, чтобы закрыть вот эту тему с тем, как мы организовываем нашу кодовую базу и все такое. И потом перейдем к другим вопросам. Да, у меня как раз еще есть где-то минут 15-10. О, сейчас тогда быстро покажу. Да я так нормально, спасибо. Так, ну в общем, у меня есть две демки, которые типа как должны создать вау такой эффект. Значит, первая демка, там написано, не знаю, видно в качестве, ну в общем, показывает интеграцию VS лямбды и AWS Recognition. AWS Recognition — это сервис для анализа, ну для распознавания чего-то на изображениях, там на видеостриме, например, или на картинках каких-то, на, ну, каких-то предметов, лиц или чего-то еще, да? Вот. То есть, вот, например, первая демо — это вот я себя фоткаю. Вот сейчас он должен определить меня. Вот. Он определил, типа, ну, то есть клиент делает, типа, захватывает видеопоток по клику на кнопке, ну, типа, клиент в плане страничка в браузере, JS код в браузере, отправляет, типа, делает запрос на VS лямбду. VS лямбда делает запрос на VS Recognition, ну, с этой картинкой. AWS Recognition возвращает данные, сколько лиц она определила. И AWS лямбда отдает уже ответ клиенту. Вот. И это все типа скейлится, и это типа вау, как прикольно. То есть можно делать, как его называют, find face. Короче, на коленке, да. И вот сейчас еще можно попробовать. Сейчас. Вот. Блин, все равно свет. Сейчас. Оп. Вот так вот, короче. Сейчас посмотрим, сколько. О, огонь. Всех определил, да? Почти. Ну, почти, да. То есть там есть некоторые. То есть есть некоторая погрешность, и можно типа задавать, сколько. До какой погрешности вам нужно возвращать вот эти вот предметы, лица и так далее, да? Вот. И следующая демка. Я проверил, у меня там что-то упало на лямбде. Но, в общем, принцип очень простой. Мы берем там. Мы берем вот эту ссылку. Это не так вау будет уже, конечно, это попроще применение. Значит, что произошло? Мы сделали запрос на вот на лямбда функцию, да, вот там есть, ну, типа адрес API Gateway, который, ну, типа, на который подписана лямбда функция. Эта лямбда функция, она берет рандомную картинку с Unsplash. Ну, Unsplash — это, забыл, как называется. Ну, в общем, провайдер картинок, давайте так его назовем. Берет там рандомную цветную картинку, делает grayscale с помощью GIMP. GIMP — это NPM-пакет для работы с изображениями, там, с изменениями без биндингов к Image Magic и так далее. Вот. И сохраняет это все на S3. Да? То есть вот эта вот ссылка, которая в ответе, это на S3. Вот. И, значит, ну, это вот типа как объяснение того, как это работает. А вот пример нагрузочного тестирования этой функции. Да? То есть я сделал 200 запросов. Значит, тут плохо видно, наверное. Да, вообще ничего не видно. В общем, я сделал 200 запросов там с некоторым concurrency, там достаточно высокий. Можно это увеличить, там, например, давайте до 2000, если нам сеть позволит сделать 2000 запросов. Если что, у меня есть отмазка «шут, плохой интернет», короче. Да, тут не очень… А, нет, вот пошло. По 200 запросов вводят. Ну и, в общем, оно все автоматически скейлится. Все там реквесты вот с первого примера, они типа 200 окей. И это типа очень круто. То есть, там, например, если вам нужно сделать
Ой, а я сделал, ну все правильно, 2000 запросов, да. То есть если вы хотите сделать какой-то свой Инстаграм на коленках, тоже, пожалуйста, вот у вас есть автоскейл решение для этого. Вот. Ну вот у нас только тут один запрос фейлит, типа не 200 респонс. Блин, у меня, наверное, минуты 3 осталось, да? Еще есть, да? Значит, GitHub. Давай я тебе покажу кодовую базу после этого, потому что ничего не, ну, типа не видим с этим качеством. Я могу ответить на оставшийся вопрос. Вопросы? Вопросы? Если говорить про Node.js, у нас есть зависимости. Например, я хочу подключить Lodash. Да. Когда она будет деплоиться на AWS Lambda? Правильно ли я понимаю, что это будет какой-то бандл, в котором будет включено все вот это вот говно? By default, да. По умолчанию все говно будет включено. Но мы типа, там я рассказывал про плагины, да, и мы, например, можем заюзать Webpack. То есть пропустить нашу кодовую базу через Webpack и задеплоиться, ну, один файл, там здоровенный бандл, только с теми там JavaScript-кодом, который нам нужен. Окей, продолжая предыдущий вопрос, как это все дебажить теперь? Так же, как и любой другой код. Ну, то есть, значит, есть два, ну, то есть мы, сейчас думаю, как сформулировать. Ну, мы также этот код можем покрыть типа тестами, да, то есть… Вопрос в том, мы можем подключиться к дебаггеру, к процессу ноды, которым она запускается? Нет. То есть ну, мы то делаем консоль-логи, правильно? Образно говоря. Ну, это самое простое решение, то есть… Спасибо. Ну, типа, самое простое решение – делать типа логи. Вот. То есть, ну, условно говоря, пример с дебагом, да, мы же там не подключаемся к продакшн-серверу. Ну, если ты локально запускаешь этот код, ты можешь делать с ним все, что хочешь. Когда он запускается удаленно, локальный сервер, да, он типа тоже может инвочить функции. Типа как мокать вот эти вот все запросы, да, там, например, если нам нужно имитировать… А? Ну, типа того, да, да. Вот. Да, да. Вот такой вопрос. А ивент-провайдерами может быть, ну, то есть ты, если используешь AWS, ты полностью в экосистеме Амазона или ивент-провайдером может быть какой-то другой сервис? Смотри, да. То есть практически любой сервис AWS, он может быть ивент-провайдером. У них там вообще интеграция прям умопомрачительная. Если же у тебя там нужно вызывать лямбда-функцию вне облака Амазона, то можно использовать SDK. Там, например, у тебя там есть какой-нибудь сервер на DigitalOcean, да, вот, и ты просто там туда передаешь ключи вот эти вот секретные, о которых я говорил, самое главное не пушить их в публичное типа место никуда. Вот, передаешь их вот, ну, в свой сервер, типа как там Venv, там, я не знаю, ну, в общем, передаешь ключи и через SDK с помощью этих ключей делаешь вызов к лямбде, например. Или там делаешь вызов на API Gateway без каких-то ключей, да, там если есть public API. Ну, API Gateway это типа как HTTP ссылка, как публичная, короче. HTTP endpoint. Вот. Спасибо. Да. Сейчас запытание. Чудово, схоже, мы можем заканчивать. Да, спасибо большое. Зараз ми зробимо коротку перерву для того, щоб всі переключились, відпочили. Зробимо перерву на хвилин 10, тому, будь ласка, о 20:20 повертайтеся, будь ласка, в зал.